Сейчас мы с вами выполним цветок, который вяжется по спирали в виде рюша. Для этого выполняем основу. Выполняем колечко из 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединительной делаем колечко. И выполняем 12 столбиков без накида. Обращаю ваше внимание, в этом элементе нет переходов, все вяжется по спирали. Поэтому начинаем работу без петель подъема, начинаем работу сразу со столбика без накида. И выполняем их 12 штук. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд мы вяжем столбиками с накидом. Обращаем внимание на то, что все столбики у нас с вами вяжутся за заднюю полупетлю. Смотрим на столбик без накида. В любом столбике есть у нас задняя полупетля, это вот она, и передняя полупетля, это вот она. Это есть в каждом столбике, это хорошо видно, в столбике без накида, в столбике с накидом и так далее. Опять показываю, задняя полупетля и передняя полупетля. Сейчас мы полностью вязать с вами будем за заднюю полупетлю. Передняя полупетля у нас должна быть свободной. Продолжаем вязание. Значит, делаем в первый столбик без накида. Подчеркиваю за заднюю полупетлю. Сначала делаем полустолбик, а потом столбик с накидом в эту же петлю. Опять делаем столбик с накидом. И в эту же петлю делаем столбик еще один с накидом. То есть в каждый столбик без накида мы делаем 2 столбика с одним накидом. Подчеркиваю, полностью крючок вводим за заднюю полупетлю везде в этой основе. Выполняем так до конца ряда. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Раз, два. Видим, передняя полупетля у нас образует такой рубчик. Вот эти хорошие передние петли, хорошо видно, как они вот тут у нас остались не провязанными. Они нам с вами пригодятся для навязки. Продолжаем работу так до конца ряда. Выполняем по 2 столбика с одним накидом до конца ряда. Продолжаем наше вязание по спирали, вводя крючок за заднюю полупетлю. Второй ряд мы вяжем, чередуя 2 столбика с одним накидом и 1 столбик с одним накидом. То есть выполняем так, за заднюю полупетлю, еще раз напоминаю, или за заднюю стенку столбика с одним столбика без накида, а дальше идут столбики с одним накидом. За заднюю стенку или заднюю полупетлю. Чередуем 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом. У нас с вами продолжает образовываться рубчик по спиральке, видим. Опять 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика. Один столбик. Так, два столбика, один столбик. И так продолжаем до конца ряда. Обращаю ваше внимание, если кому-то тяжело запомнить начало ряда, мы контрастной нитью помечаем в том месте, где мы начали с вами вязание, помечаем здесь, можем здесь пометить. Ну, в общем-то, это видно, где у нас идет начало ряда. Вяжем все по спирали.
Мы с вами провязали 2 ряда. Видим хорошо, уже у нас рубчик хорошо виден передних полупетель. Теперь мы с вами вяжем третий ряд, чередуя 2 столбика с одним накидом и 2 столбика, провязанных отдельно. То есть провязываем за заднюю стенку, еще раз напоминаю, 2 столбика с одним накидом и по одному столбику. Опять 2 столбика с одним накидом, отдельно по одному столбику. Все провязывается за заднюю стенку или за заднюю полупетлю. Передняя стеночка у нас с вами свободна. В зависимости от того, какую мы с вами сделаем основу, такой величины у нас с вами и получится цветок. Мы с вами сделаем основу на 3 ряда. Больше делать не будем. Вы можете продолжить увеличивать по спиральке, если вам нужен большой цветок. Продолжаем. 2 столбика с одним накидом и 2 отдельно. И так вяжем с вами до конца ряда. Мы выполнили спиральку на 3 ряда. Для того, чтобы завершить нашу работу, мы выполняем столбик с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. Все это мы делаем за заднюю полупетлю или за заднюю стенку и соединительную петлю. Тогда наш кружочек такой более ровный получился. Закончили мы нашу основу. Теперь вы можете привязать ниточку и начать нашу навязку делать от центра. Но я предлагаю сделать немножко нестандартно и, не обрывая нить, вязать нашу навязку, наши столбики от края изделия. Что мы с вами сейчас делаем? Видим наши передние полупетли, которые хорошо видно, передние стенки наших столбиков. Мы вводим сюда крючок, делаем соединительную и делаем 3 петли подъема. Наша навязка будет состоять из столбиков с одним накидом. Выполняем в эту же петлю еще один столбик. Теперь берем соседнюю полупетлю и опять выполняем сюда 2 столбика. Столбики с одним накидом. Берем соседнюю полупетлю и опять выполняем сюда 2 столбика. И так делаем до середины нашего элемента. Видим, да? Берем наши полупетли, их очень хорошо видно, вот они идут, мы вводим крючок и по 2 столбика с одним накидом выполняем. Раз, два, раз, два. У нас с вами будет образовываться вот такой рюш. Выполняем по спиральке до нашего центра. Вывязываем. Вот мы с вами почти довязали наш рюш. Видим, у нас уже получается такой цветочек. Обращаю ваше внимание, что мы с вами вязали от края нашей основы. Помним, да, вот наша основа. И мы вязали рюш от края. Если вы будете вязать от центра, столбики будут совершенно по-другому смотреться. Но мы с вами выбрали именно такой способ. Довязываем наш рюш до центра. Напоминаю, что мы вывязываем по 2 столбика с одним накидом из одной петельки. Раз, два. И у нас осталась с вами последняя петля, вот она. Мы вводим крючок в нее и выполняем один столбик с накидом, один полустолбик
И один столбик без накида, чтобы наш шарюш красиво заканчивался. Теперь ниточку не отрываем, а мы пройдем наш край рачьим шагом. Делаем воздушную петлю и вводим крючок в столбик без накида. Далее вводим в полустолбик и вяжем в обратную сторону. Столбик с накидом. Вспомним как раз, как вяжется рачий шаг. То есть он вяжется столбиком без накида в обратную сторону. Получается вот такой красивый рубчик. И так провязываем по всей рюше нашей. Еще раз напоминаю. Вводим крючок. Видим, ниточка у нас. Вводим крючок. Рабочую нить. Вытягиваем и провязываем. Опять вводим крючок, рабочую нить вытягиваем и провязываем. Видим, какой у нас красивый образовался рубчик. Так делаем до конца нашего рюша. Заканчиваем обвязку нашего рюша. Вот уже у нас почти готово все. Значит, заканчиваем обвязку рачьим шагом. Напоминаем, вводим крючок, ниточку рабочую вытаскиваем и провязываем. Это столбики без накида, провязанные в обратную сторону. Наши столбики без накида, видим, да, провязанные в обратную сторону. Красивый рубчик такой получается. Наша навязочка сразу распрямилась. Тут у нас немножко с вами осталось сейчас. Все, вязочку мы закончили. Вы можете также рачьим шагом обвязать и основу вашу. Ну, в нашем случае мы обвязывать не будем, основа она останется. Вот у нас с вами получился такой замечательный золотой цветок. Мы выполнили еще один цветочек, и в этом случае мы начали вязание именно с центра. То есть столбики с накидом у нас расположены по лицевой стороне. Видим, немножко выглядит у нас цветок по-другому, но он не менее красивый и такой же объемненький и пушистый. Вот наши два цветочка. Напоминаю, рюш мы выполнили с вами столбиком с одним накидом.